Друзья, я снова вас всех приветствую. С вами Тони и Линкольн Клей. Ну что я вам хочу сказать? У нас появилась возможность показать, у меня, у нас появилась возможность, ну да, увидеть альтернативную концовку. В прошлой серии мы уехали из города, и на данный момент нам предлагают воцариться. Тут недалеко имеется неплохой автомобильчик. Заскочим в него и воцаримся. Да, друзья, увидим, что же нам приготовил этот мир по ту сторону. Потому что святой отец, видимо, понял, что я не был счастлив. Воу-воу-воу, там какое-то хорошее место. Стоп. Я уже туда ездил. Стоп. Выйдем. И как нормальные поцики. Воу, ладно. Давайте включим музычку. Подождите одну секундочку. Итак, музычка пошла. Берем автомобиль. Поскоростнее. Вызываем стволы. Собираемся. Ух ты. Пока тачка не подъехала на светофоре, мы возьмем то, что нам нужно. Блять, что, бабла не хватает? Пиздец, вы прикиньте, пиздец. 57, ну и нормально. Давай. Я гоню на царствие. Давай, естественно, босс. Погнали, друзья. Поехали, слушаем музычку. Уху. Нормально так заложили. Охренеть, вот это город, вот это красота. И вы хотите сказать, что разработчики не постарались? Да там, я посмотрел титры, там охренеть, там такое количество людей работало над этой игрой. Я считаю, что они вдоволь потрудились. И они заработали свои деньги. Те деньги, которые я отдал, кто-то еще отдал за эту игру. Поэтому... Пошли нахер всех фей-хейтеры. Это охренительная игра. Дрифтить тут вообще одно удовольствие. Прикиньте, 60-е годы, дрифт. Да еще какой, блядь. О, выровнялись. Да вы посмотрите, насколько тут все проработано, дизайн этого города. Мы просто не бывали во всех этих местах. Ну, понимаете. О, только кусты, конечно. Кусты, блядь, это беспалевная тема. Главное в кусты не залететь. Стой! Мы приехали в наш загородный особняк. Они нас уже ждут, что ли? Бля, неужели придется их всех херануть? Походу дела тут 100 вариантов прохождения этой игры. Итак, идем ко второму окончанию.
Две тачки. Привет, друзья. Я пришел. Музычку выключим быстренько. Сэл и Джорджи больше нет. После всего дерьма, что нам довелось пережить, мы должны закончить. После такого бардака никак не могу в башке уложить, что мы все-таки это сделали. Линкольн, да ты просто святая. Святой твою мать, Господь. Итак, у нас наконец появился шанс навести в этом городе порядок. Установить равновесие, не думала, что мы до этого доживем. Блять. Вы представляете, что они нам предлагают? Либо я царь, либо мы все вместе. Да, блядь, конечно, все вместе. Давайте. Раз, два, три. Блядь, я даже не знаю, что быстрее. Что быстрее, хуй знает. Ничего личного. Ой, ёпты, это было... Вы сами видели, я специально нажал эту клавишу. Мать вашу. Нахер я их завалил? А можно как-то переиграть? Давайте попробуем. Игра. Загрузиться с контрольной точки. Давайте попробуем. Блять, я надеюсь, можно будет что-то другое. Если нет, то, бля, ну так вышло просто. Я зажал Q и R, и поэтому так произошло. Давай. Друзья, скрестим пальчики. Воцарится или покинет. Отлично. Итак, у нас другая альтернативная концовка. Здесь, в этой серии, их будет две. Это будет менее... Блядь, а чё как далеко ехать-то? Так, Линкольн, давай, блядь, бегом, беги. До дороги. Так, тачку сейчас возьмем. Нормально, давай. Сейчас мы увидим еще одну концовочку, когда мы будем править вместе. Друзья, ну, лайк. Лайк. Это однозначно заслуживает лайка. Сразу две концовки в одно и то же время. Отлично. Так. Блять, ничего себе, чекпоинт у нас тут нарисовался. Самый ближний, по ходу дела, да? Ну, ничего страшного, сейчас мы тут по дебрям покатаемся. Быстренько доедем, нам осталось-то понты какие. Не показывает, правда, сколько по расстоянию. Но, кстати, дрифта не получится того эпичного. Эх. Давайте музло включим. Воу. Я не буду, наверное. А может быть, буду вырубать, сейчас, когда приедем. Кстати... Без кстати. Блять. Я что, виноват, что ли? Тут просто занесло. Говорят, физика плохая здесь. Ну, хер знает. Здесь никак на асфальте, если что. Если что. Это мокрая дорога, реально. А, все, да? Все, подъехали, друзья. Да подождите, подождите. Эх, не получилось. Батя приехал, все, ладно. Я пришел. Итак, друзья, еще одна концовочка. Погнали. Ну, раз я прижнес выпить, значит, что?
Сэлл и Джордж, мы заправляем этим городом. Я там не дочитал тогда. Гордится он знакомством со мной. И называет меня святым. Жаль, что с нами нет еще одного человека. Давайте править вместе, друзья. Дружба — это святое. Мы здесь не из-за того, что сделал я или кто-то из вас. Мы здесь, потому что мы вместе. Выстояли вместе. И когда мы сильны, ни одна сука нас не сломает. Убив Сэла Маркана, Линкольн Клейн захватил власть. Но одного города ему было мало. Он расширял свое влияние на другие штаты юга, добрался до Флориды, нихера себе. Даже до Северной и Южной Каролины. Деньги текли рекой, и он разумно ими распоряжался. Не жадничал, следил, чтобы нужные люди всегда сидели на пайке. Любимый сын города. Ага. Восстановил Холлоу, выкупил Фриско Филдс, вновь открыл парк развлечений. Столько денег, столько рвения. Он поверил, что стал неприкасаемым. Но неприкасаемых нет. И пусть таблички с его именем висят на школах и больницах, пусть его пожертвования кормят бедных, ничего не искупит его преступлений. Вот почему я согласился принять участие в этом фильме. Я хочу показать, каков он, настоящий Линкольн Клейн. Я же, блядь, говорил, что это фильм. Линкольн пустился во все тяжкие. Наркотики, алкоголь, проституция, все грехи этого мира. Если что-то приносило деньги, он участвовал. Иногда я вижу его в новостях, такого важного, самодовольного. И думаю, что было бы лучше, если бы он погиб тогда вместе с остальными. Возможно, тогда он обрел бы покой. Блять, еще типа погибнуть должен был. Ой, отец Джеймс. Да что за бред, а? Там ты сказал, что я не нашел покоя. Тут ты предложил подохнуть. Ох. Это реальный фильм. Как я и говорил с самого начала. Сюжетку. Тут можно смотреть вот эти сцены. Все на них завязано. Выключите камеру. Мне больше нечего вам сказать. Все. Ну, короче, концовочка такая же. И я думаю, там в конце будет то же самое, что было перед этим. Так, друзья, вот вам вторая, третья уже альтернативная концовочка. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видео.